желаю, чтобы Аллах вам дал силу, чтобы в каждом доме Дагестана было светло, чтобы вот это через вас все проходит. А вот это, чтобы вы в хорошем уровне, чтобы это сохранили и обеспечили. Это радость для Дагестана. Молящим это очень большая польза. Они, во-первых, будут благодарны Всевышнему, и, во-вторых, конечно, вас тоже не забудут. Кто Всевышний? Вы в ответе за это. Я фамилию это заместителя. По любому вопросу. Работа с муфтиятом, например, являетесь тоже нашим энергетиком. Да. И оказался рядом со мной такие люди, как Магомед Хазиевич. Да. Здесь для вас общего такого, да? Количество, какие районы у нас? Какие пожелания есть? Потребитель наш. Потребитель. Если кто-то меня сейчас слышит, я чтобы им тоже я скажу, особенно имамам, вот за энергию, которую мы потребляем, за газ, обязательно нужно платить, избегать какие-то разные поводы, искать методы, искать нам не стоит, нам от нас это требует шариат. Поэтому постарайтесь по мере возможности, тем более, когда в руководстве находятся люди, которые относятся к этому с пониманием. За то, что таких людей Аллах нам дал, мы должны благодарить Аллаха, мы должны быть благодарны этим людям. Я свой пример тоже приведу вам. Я мечеть, которая находится рядом с нами, уже 2-3 года, может быть, даже больше, я на себя брал платить за энергию, за газ, за воду. Вот так любой человек может, кто по соседству живет, даже если по соседству не живет, ну, чуть-чуть более-менее чем-то владеет, он может на себя брать. Вот раньше наши предки тоже в мечети, ну раньше электроэнергии не было, раньше были лампочки. А лампочку обеспечивать некоторые люди на себя брали. Так мы тоже можем. Поэтому я вас призываю, можете это делать. Это вам большая честь. Это как благодарность Всевышнему будет.